так, в общем, хорошо, что мы здесь. Я предлагаю выпить сегодня за наш праздник, за день артиллерии. Даже не подумал. Да, даже не подумал, да? Ну, откуда? Понятное дело. Давайте, за нас и за день артиллерии. А! С праздником, пацаны. С праздником, сказано. Да. Ура. Да. Да. Ура. Ура. Не желаю Никитам здоровья, все знают, что это да, есть. Конечно. Самое главное. Давай, нашу давай. Давай нашу. За наше братство. Класс. И за то, чтобы мы собирались, за то, чтобы мы встречались. Ребята, давайте, ребята, потому что вы же братья. Да, мы за братство пьем. За наше братство. Да. Давайте, ребята. За братство, за нашу 8-ю батарею. Не забывай друг друга, за то, никогда. Чтобы мы встречались, за то, чтобы мы не забывали друг друга. Потому что вся наша жизнь. Петро. Игра. Вся наша жизнь, все наши лучшие годы, они прошли и. Олег, клади. Самые лучшие годы. Даже они клади. Прошли вместе, и мы их помним. Клади. Клади руку. Клади руку. Ох. Клади. Оп. Клади. Повезло самое Михайловичу. Представляете, какая сила. Подожди. Вот, и мы положим. Какая это сила. Это как видите, это за это месте, ребята. Давай. Я считаю, что это стоит самого дорогого. Ура! 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 За вас, ребята. Давайте, парни, закусывайте, а я... Русским людоедом удар последний по Берлину нанесли. Эх, подружка, моя стальная пушка, дивизионная моя. Громим врага стальным ударом, грозой зовут тебя недаром. Эх, подружка, моя стальная пушка, дивизионно накрыл волнами. Хо-хо! Бушует разъяренный океан, медузу подкосили парусами. Хо-хо! Последний раз выводит капитан, медузу подкосили парусами. Хо-хо! Последний раз выводит капитан. Прилетай, ну, и приезжай к нам, приезжай. Ну только не так это, не так на день-два. До Свердловска родной, и вспомнит поимен нас. На жизнь ломала зубы обломан, на ураганный ветер дул лицо и что. Была и есть 8-я батарея, на зло всему всему. Ну что, в этот сегодняшний торжественный наш вечер хотелось бы передать вам пожелания радости, здоровья и счастья от нашего однокашника Заворина, Вити. Ну и основное, что... Город Киров, что ли? Ну, Ижевск. Удмуртия. Да. Столица Удмуртии. И главное... вспомнить тех, кто дал нам путевку в жизнь. Это наши наставники Резниченко, Середа, Князев, Корякин, Волк наш. 8 училища, да? 8 же? 8. Ну ладно, пока так. Нормально же? Учись. Нормально.
Ваня и парада следует. И ответ такой. В каком магазине? А? В каком области? Три года. Да, помнишь? В песне о Советской Армии, о партии. Дорога училища. Дорога славою. За 20 с чем-то. Мы внуки комиссаров, сыны моих руков, и связаны одною военною судьбой. Свердловское, родное, гордимся мы тобой. Свердловское, родное, гордимся мы тобой. На барабан, а тут что-то проигрышем. Дороги, дороги белосые, крутые, сквозь бури и тревоги нам предстоит идти. Велико учение и дух вечен суров. Держи курсам, равнее на подвиг отцов. Держи курсам, равнее на подвиг отцов. Алло, Саня, Саня, нет, подожди, трубку передаю. Лёхе, Лёхе даю. Саня, Саня, это я, Антошин. Здорово, здорово, братишка. Ну что, от всей души, братишка, прекрасно сидим. Душой с вами. Я слушаю. Самого доброго. Мы вспоминаем такие вещи, просто душа переворачивается. Это здорово. Тебе удачи. За столько лет Все, давай, да Юлене тоже привет от нас. Скажи, что мы ее хорошо помним. Все, хорошо. Даю Леше Мимухину трубу. Говорит, все направлено. Скажи, привет с Израиля. Саша, приветствую тебя. С Израиля, скажи. Ну, когда Леня Мимухин, тебе это не снится. Я в Екатеринбурге, Саша. Это не тебе мост. Это реально, в реально. Да, в реально, в реально. В реально, в реально. Я прилетел. Ну а что делать, Саша? У нас такая жизнь динамичная. Я считаю, что нам нужно встречаться. Саша, обнимаю тебя, все тебе передают огромный привет. Константинов, скажи, передает. Константинов сейчас, мы дальше снимаем видео. И этот ролик мы с тобой встретимся в интернете, ты его посмотришь, хорошо? Давай, Саня, обнимаю тебя, счастливо. Здравствуйте. Мы тебя вспоминали за столом, но сегодня встреча нашего это последняя. Кто куда ездит, кто что делал. Вот. Все нормально. Как дела у тебя? Но много ездит, я говорю, мобилизация, наверное. Я говорю, ездишь много, а климатизация. Честно, мы действительно, вот мы были более молоды. Вот. Пацаны были. О, пацаны пришли. Конечно. Но вот вы настолько были порядочными, как вы остались людьми, что мы настолько рады, когда видим вас. Вот Михалыч, так мы с ним вообще... Что, сколько прошли уже? Вот. Петро, так это, ну, что там, старшина и старшина. А Павленович, прости меня, Павленович, был старшиной, был старшиной. Не был, а есть старшина. Дай Бог, чтобы нашим внукам попались такие же наставники. Такие педагоги и наставники в самом... Олег, главное, чего я вам всем желаю, Витя. Да, мужики, Витя. Желаю вам прежде всего здоровья.
Да. И больших пенсий. Шойгу сказал, что повышать будет каждый год, независимо. Ну, раз Шойгу сказал. Ну, кстати, раньше были министр обороны, менялся, хоть умирал, блядь, старюш. Все равно 10 рублей все равно повышал, блядь. Новый, ну, блядь, всегда, блядь. Хоть за 10 до дома. Идите, и вам отломится. Так, все, главное здоровье. Ну, я от всей души желаю. Будем на пенсию. Сундукова, надо. Но если... Спасибо. Если доктор исторических наук, профессор Константинов, пожелал нам здоровья, то мы согласны. То мы согласны. Мы согласны, Сергей. Сергей, давай по-нормальному. Доктор исторических, доктор исторических наук. Действительно член Академии военно-исторических наук. Профессор, действительно член Академии исторических наук. Декан факультета подготовки бакалавров права. Декан... Профессор кафедры истории государства и права Уральской юридической академии. Да. Хватит? Ребята. Да, ребята. Не в этом дело. Поймите, парни, если бы он был никакой, простите меня, не буду туда, это элита. Серега. Ну вот уже... Серега. Будь здоров! Абана! Что я пытал? Ура. Сергей! Саня, ты что не стоишь? Саня, ты что, самый уважаемый? Ну-ка встань, Саня! Ты чё? Саня! Ради меня! Наведи на мою пьяную морду, блядь! Такого ракурса не бывает! Бывает, бывает, Лёша! Я тебя просто, Лёнечка, поздравляю с нашим праздником! Спасибо, Лёша! Приезжай к нам, брат! Ты наш, братишка! Спасибо, Лёша!